привет, это я, Владус Мармеладус, и со мной сегодня Зидр! Всем привет, ребята! И что же, ребята, как вы догадались, мы сегодня будем с Зидром искать мега-ящик, большой ящик и обычный ящик в огромном мега-ящике. Это очень странно, такое я еще не делал, но если вы поставите лайки, то мы, ребята, конечно же, будем больше продолжать снимать такую рубрику. И знаете что? У нас с Зидром для вас челлендж! Вы должны за 10 секунд подписаться на оба наши канала. Такого еще нигде не было, ребята! На канал Зидора заходим, нажимаем на кнопку подписаться, резче, ребята, и также на мой канал жмем кнопку подписаться. Ссылка на Зидора будет, конечно же, в описании. Ну что, Зидор, ты готов? Ты готов? Мегаящик-то просто здоровый, слушай, он, наверное, 100 на 200 блоков, он просто гигантский. Он слишком гигантский, но я думаю, что и мегаящиков-то там много. Ну что, давай, начинаем. О, подожди, а он внутри вообще каменный какой-то, каменный. Сколько у нас будет минут, сколько у нас будет времени? Первый, ес, первый ящик большой, между прочим, большой, уже я нашел. Я залагал, господи, так копаюсь. А это потому, что ты слишком быстро копаешь. Это вот особенности кирки вот такой. Не забываем только забрать этот сундучок себе в инвентарь. Ребята, давайте-ка это, вы там активность пока проявляйте, пока мы копаем. И слушай, Зидр, а ты, я так понимаю, еще ничего совсем не нашел, да? Вообще нифига. А ты не думаешь, что это просто? К задней стенке выкопался. К задней стенке, а, слушай, это тактика такая. Я иногда пользуюсь, я выкапываюсь и подсматриваю. Нашел, первый ящик отыскал. Окей, какой мега или обычный? Ящик Джесси, здесь лут был. Джесси? Блин, да. Да тут, это жесть какая-то. Ладно, блин, у меня всего лишь один пока что ящик, я в блоках тоже застрял. Пустите. Спасибо. Да, спасибо, блоки, капец, просто съесть, как будто бы меня. Да, хотят. И что-то у меня очень быстро кирка Карла заканчивается. Я позвоню как-нибудь этому Карлу и скажу, что его кирки мне не нравятся уже третий ролик подряд, ребята. Что за дела вообще? Ладно. Кирки отстой, нужно новые создавать. Да, новые кирки нам не помешают, но пока эти кирки есть, у меня вообще заполнилось уже пол инвентаря. Блин, да как так-то? Мы уже снимаем этот ролик минуты 3, а у меня всего лишь один ящик. Какого фига? А у меня тоже всего лишь один. Зато у тебя мега ящик, а у меня большой. У меня просто большой. О, еще один. Фух, надо только нажаловаться, и тут сразу же мы находим ящик. Вообще насквозь копать в разные стороны. Мне еще лагает здесь частично. О, еще один ящик. Зидр, что-то мне начало вести прям очень сильно. Я нашел еще один ящик. Круто. Так, а я в какую-то пустынную часть выбрался. Пустынная часть? В смысле пустынная, да, часть? Это как? Пустыня? Подожди, мы же вообще песчаник, разный песчаник. То есть там есть разные слои еще какие-то. Я тебя понял, похоже, я тебя услышал. Да. Окей, окей. Опа! Опа, я нашел дерево. А как мне дерево копать, если у меня кирка? Зид... А вот похоже не как руками. Опа-на. ТП-шься ко мне, ТП-шься, вот это сейчас я нашел, тепнусь. Логово Леона, еще и мегаящик с Леоном, смотри-ка, что, смотри, Леон стоит, привет, Леон, а, жалко, офигеть. Я тебя с собой забрать. Слушай, не могу. Ну, лут тогда достается мне, да? А, что это тебе-то, а ну-ка давай. А ладно, ладно, я не копал. Подожди, ты же сказал, что у тебя Джесси, но у тебя Джеки. Ну, Джесси. А, Джеки? Джеки? Тут Джесси написано, как подписано, Джесси. Джесси написано. Ребята, ну, давайте спор в комментариях решим, кто это, Джеки или Джесси. Я все-таки думаю, что Джеки, знаете. Я тоже думаю, что Джеки, то, что там написано Джесси, это все неправильно. Леона мы забираем, и Сюрикена его тоже. Ну что же, первый мой мегаящик. Сейчас выкапаться нужно, а? Да, выкапаться нужно. Я понял, ты время мое потратил. Сколько у нас еще осталось? Осталось у нас примерно бесконечно. Нашел ящик только что. Так, подожди, а какой? Мега или большой? Я не знаю. Мега ящик, здесь чей-то лут, я не знаю, чьи это вещи. Это Мортис же, ты чего? Мортис? Это Мортис, да. Ладно, ладно, нашел. Блин, у меня вот один мегаящик, у тебя два. Зато у меня больших, ого-го, три ящика уже между... О, реально тут слои какие-то разные. Я вот, например, в замшелый булыжник выкопался. Неплохо, да, Мортис, там еще лопатка неплохо. Блин, пожалуйста, я хочу много мегаящиков. Ребята, нужно выбрать какую-нибудь тактику. На самом деле можно тоннелями копаться, тоннелями круто. И знаешь, какая тактика? Я знаю одну крутую тактику, что каждый лайк добавляет нам плюс один к удаче. Опа, опа, такие тактики-то мне капец как нравятся. Я думаю, что эти тактики в принципе самые лучшие. Но, ребята, это зависит уже только от вас. Сколько лайков поставите, столько мегаящиков мы и найдем. Капец, я нашел какой-то ящик джина. Здесь кристаллы, 100 кристаллов, прикинь. Чего? Ящик джина? Это как вообще? Зидор, ты что там находишь? Ёлы-палы, мы ящик тут... У меня тут три обычных ящика, там один мега-ящик у Зидора, ящик Джина, там еще какой-то мега-ящик с Мортисом. Да, это жестко.
О, мегаящик, здрасте, 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 мегаящик, что у вас здесь? Беа, неплохо, неплохо, неплохо. Тоже хорошо, ты сколько ящиков нашел? Вроде я нашел три, да? Три больших и пока что один мегаящик, точнее два мегаящика, конечно. А я нашел все мегаящики, у меня три мегабокса. Нифига себе, блин, да это как так-то? Ты меня вот стабильно на один ящик так, обгоняешь. Так, нашел либо большой, либо обычный, пока что не знаю, тотем бессмертия здесь лежал. О, и кстати, это топово, тебе он пригодится на ПВП, потому что у меня столько оружки. О, мама, не горюй, просто знаешь что? Что? Мне выпала куча звездных очков. Вот куда их девать? Я могу, знаешь, что? Я могу тебе дать звездные очки, а ты мне отдашь бравлера какого-нибудь. Не-не-не, слушай, мне такое не нравится. Ладно, ладно, больше такое предлагать не буду. А может быть, я тебе отдам. Сейчас я подумаю. Хитрить захотел, да? Три булыжника отдам, а ты мне что-нибудь там, я не знаю, кристалл. О, я тоже пустынный какой-то биом выбрался. Сейчас посмотрим, что здесь есть такого интересного. А что делать, если у меня полностью заполнен эндер сундук? А у тебя есть мешок бравлеров, который. А, он у тебя заполнен. Хорошо, я тебя понял. Ну, знаешь, тогда надо все выкидывать. Я вот все выкидываю, все самое ненужное. У меня тут терминаторские какие-то вещи. Какой ящик? Слушай, тут автомат, пистолет, еще броня. А, ты нашел большой ящик. Ну, это интересно, большие ящики на самом деле слабоват. Но, ребята, самое интересное, самое интересное. Мы, знаешь, Зидр, с тобой не нашли ни одного обычного ящика. Как так? Я нашел, один обычный. А, блин, а я нет, вообще ни одного. У меня три мегаящика, один большой, один обычный. Я чуть не упал в самый низ. Блин, вот это я хорошо, что... Блин, ребята, вы столько комментов мне написали, что в прошлом ролике я пропустил мегаящик. Я потом пересматриваю и думаю, как я мог пропустить? Я вот так вот выкопал, он у меня здесь был, и я решил пойти куда-то в другое место. Но это у меня стандарт, в каждом ролике вот такая фигня происходит. Ну, я не знаю, что с ним поделать. Когда быстро копаешься, всегда отвлекаешься. Да, ребята, вы же смотрите это все со стороны. Вам это удобнее заметить и в комменты написать: Владус, ты дурак, ты... Не заметил ящик, но ничего страшного, ничего. В этом ролике я надеюсь, что я замечу абсолютно все ящики. Да я, знаешь, что сейчас заметил? Наши зрители самые внимательные, они будто бы наши видосы под микроскопом смотрят. Да, да, они замечают просто, что я бы никогда, наверное, не заметил. Ну в ролике, если не заметил, ребята, молодцы уже, да. Я вернулся в биом, где у нас очень много песчаника. Я намерен его выкопать просто полностью, не знаю, получится. Опа! А я чё? В каменном доме, здесь есть много гранита, диорита, андезита. Давай, давай, копайся, и знаешь что, мне выпал Макс, еще и гаджет. Ёлы-палы, ого-го, нифига себе. Мы можем даже гаджеты выбивать. Даже гаджеты, да, мне вот сейчас выпал. И сейчас мне нужно очистить инвентарь, у меня очень много всего. Ладно, закину всю, значит, броньку я в свой эндер-ящик. В мешок бравлера, так скажем. И Макс мы, конечно же, заберем. Мне еще 57 гемов выпало, считай, нифига себе, с мегаящика 57 гемов. У меня 100 кристаллов было. А, блин, мегаящик вообще в Бравл Старсе, между прочим, столько и стоит. Какого фига мне выпало из мегаящика его стоимость? Окей, мы продолжаем. 80, что ли? Нет, не 80. А, да, он стоит 60, когда по скидке. Он мне стоит 80. А по скидке 60, если скидочку в Бравл Старсе поймает, то за 60 можно. Супер. Я выкапываюсь, в общем, здесь. Надеюсь, что у меня еще получится найти здесь мегаящики. Я прям очень на это надеюсь, ребята. Мне что-то вообще не фартит. Последнее время нифига не могу найти. Нифига себе не фартит, у него там уже 500 мегаящиков. Я нашел комнату Динамайка. Слушай. Чего? Я к тебе. Какую комнату Динамайка? Смотри, видишь? Нифига себе! Нифига себе, тут руды! Так, руда моя. Нифига, Старпойнт, руда какая-то. Так, это что, ящик не открывается? Нифига, у тебя там! Здесь взрывчатка, динамиты. Пойду-ка я тебя подальше с твоей взрывчаткой. Нафиг оно надо? Конечно. Блин, а я потерял, где я копался. Я вообще-то в пустынном острове копался, но кажется, мне придется сейчас. О, а вот и он, здрасте. Слушай, попробуй кинуть бомбу Динамайка, что будет? Еще и Динамайк тут. Динамайка? Эй, он агрессивный, он меня бьет. Он агрессивный? Да, я его огнеметом убил. Бомба, это крутая штука. У тебя огнемет есть? Супер крутая, да? Смотри, Зидор. Ну, бомбы, честно, так себе взрывают. Так себе. Ну да. Ничего себе, ты отныне Динамайк? Ты как понял, что это я? Хотел пранкануть, пранк должен был получиться, но что-то не вышло. Ладно, ладно, продолжаем копать. Зидор, я предлагаю тебе топовый челлендж. Знаешь, что мы с тобой сейчас делаем? Мы с тобой играем... Подожди-ка, не успел договорить, как я тебя выиграл, но ты не понял, в чем суть челленджа. Подожди, мы с тобой будем сейчас играть до самого последнего ящика. Кто находит ящик, тот победил. Все, понял. Любой ящик, так, вообще, любой. Финаль ты уже выиграл. Так. А то это что-то нечестно было. Не, да, мы по новой будем играть, потому что я что-то дошел раньше того, как это вообще сказал. Любой ящик, можно найти мега ящик, можно... Опа, что это там такое? Что это? Подожди-ка.
Изи победа! Изи победа! Я жаловался, что... Да, я нашел один ящик. Причем это был снова обычный, как и только что. Как и только что. Ребят, что сделал? Я весь видос говорил, что у меня не хватает обычных ящиков. Тут бац тебе просто две штуки, еще и под самый конец. Зидр, давай, выбираемся наружу, выбираемся наверх. И пока мы с тобой выбираемся, у нас есть еще шансы, так скажем, найти ящики. Я буду еще выбираться и вот так вот по сторонам копать. Я тоже буду тогда так делать. Ну, это хорошая тактика, и иногда мне капец как на ней везет. Ребята, вот в прошлом ролике это капец как сработало. Вы можете сами посмотреть прошлый ролик. Я вам его оставлю. Обязательно нажимайте вот туда. Там у вас есть подсказка, и там будут прошлые ролики по этой рубрике. О, а ты выше меня, я сейчас до тебя докопаюсь. Так, 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 давай. Так, так, так. Ова, приветус, приветус, это я. Здорово. Я, вот он я. Ну что, капец, надо подниматься. Да, но все-таки, когда поднимаемся, есть шанс, мега ящика, пожалуйста. Нету, нету. Небольшой, нету, но шанс. Я уже наверху, кстати. Мне фартануло. Ну что же, давай с тобой расставим ящики и посмотрим, у кого сколько ящиков-то вышло. Кто выиграл по количеству ящиков, а потом, Зидер, готовься. Я тебе говорил, да, что тебе тотем бессмертия понадобится? Ну да. Вот помни, помни. Я тебе сейчас покажу, неужели почему. Неужели у тебя настолько крутой лут? Ну, как тебе сказать? Блин, слушайте, нифига себе, я настоящий динамайк. Еще и шахтер. Так, давай, ты сюда ящики поставил. Я их поставлю тогда в другой части карты. Давай, посмотрим, сколько у тебя... А, у тебя еще и... Это странный ящик. Обычный большой ящик нормального человека и курильщика, кажется. Этот какой-то очень странный. Я еще раз посмотрю. Два больших ящика всего лишь... Раз, два и три. Неплохо, неплохо. Но, кажется, я тебя выиграл. А еще знаешь, почему я тебя выиграл? Капец, это что такое? А ты думал, это моя топовая оружка. Бронька вот такая вот у меня имеется. Это что за бронька? Это, смотри, с двух ударов она ломается. Так, наведение, наведение, наведение на Зидера, давай. Поиск Зидера. На. Ну, у меня патроны закончились. 4,5 хп снял. Так, я сейчас тоже возьму. Подожди, у меня же... Лопату Мортиса возьму. Ну, конечно, бери, конечно, бери. Я ж тебе не запрещаю. Я вот выпью гаджет свой, и опа, я стал еще быстрее. Поймай меня, если сможешь. На-на-на-на-на. Ты в кассе, ты кем стал вообще, а? Я стал каким-то, не знаю, Макс. Динамайка и Леона. Ты одет как динамайка, а внутренность у тебя Леона. А ну-ка, получай гранату, получай гранату. Давай, сейчас. Эй, ты меня вырубил. Я даже не заметил, сколько у меня жизни было, Зидер. 1-1. Черт возьми. Ребята, а на канале Зидера вышел похожий ролик, где мы выкапываем мега ящики. Обязательно зайдите на его канал и зацените этот видос. Напишите в комментариях, кто победил в этом ролике. Обязательно подпишитесь на мой канал и на канал Зидера, чтобы не пропускать такие топовые видосы. А это был Владус Мармеладус и Зидер Покатус.